Выйти на сцену, да еще со своим танцем, далеко не каждый решится. Но здесь, на фестивале-конкурсе «Живи, танцуя», создается такая атмосфера, при которой творческое соревнование танцев становится дружеским подарком. Что такое танец? Спорт, искусство или вдохновение? А может быть, все вместе? Но для участников сегодняшнего фестиваля это нечто большее, потому что им предстоит открыть себя. 375 участников вступили в борьбу за Кубок Арены Мытищи. Санкт-Петербург, Москва, Череповец, Иваново, Калуга, Ижевск. Десятки команд из этих и других городов приготовили свои оригинальные шоу. Мы вообще здесь первый раз, вот вообще как бы здесь первый раз как бы. Я просто удивлен как бы, но... Мы танцуем. Мы приехали лишь бы участвовать, не за призовыми местами. Но если привезем в нашу Вологодскую область лауреатов первой и второй степени, мы будем очень довольны. По сути, это звездный час для всех участников. Программы готовили целый год. А здесь, на сцене, они показаны впервые. Они показывают взрыв эмоций. Они показывают настроение. Они показывают счастье. А главное, вы знаете, они показывают, излучают реальную любовь. И они показывают на то, что... Люди с любыми возможностями, они могут все. Это творчество. Это творчество очень разнообразное. Хочется, чтобы они себя в первую очередь почувствовали на сцене комфортно. И вот тогда они раскрываются, наши участники, так что... Все, кто побывал на фестивале в Мытищах, обязательно хотят вернуться сюда с новой программой. Еще более сложной и интересной. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.